Очередной выезд. Мы ищем танк, который по легенде лежит в этом болоте. Вот видите, Леха уже с магнитометром начинает обследовать территорию. А вот ребята уже сделали определенную работу. Стоят эжектора, размывочные шланги. Идет процесс размывания. Сейчас мы определим, есть он или нету, и вынесем им вердикт. Вот. Сейчас Алексей снял магнитное поле и проходит по кругу. Вот помпа, коллектив, который качает. Наша задача понять, закапывают они деньги. Вот приехал батюшка. Знает, как их граждане предполагают заклятие. Итак, Леша вылез из ямы, и вот его пояснение. Да, вот я переоделся уже в чистеньком. Ну, что могу сказать? Те ребята, которые там работают, и тех людей, которые они приглашали для измерения и определения местонахождения именно объекта, они самые настоящие аферисты, ребят. Такое, конечно, бывает, что приезжают люди и говорят, что вот с прибоем объект, и говорят, что туда что-то есть. На самом деле ничего там нет. Это все придумано, высказано и все остальное. Так что мне, ребят, их жалко, которые деньги засадили в ту яму. Они, не знаю, наверное, $1005 садили. Так что ничего там нет реально. Да, даем координаты объекта. Да. Полтавская область, Карловский район, село Марьяновка. Ничего там нет. Ничего нет. Танков нет. Всем пока.